Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Супер Перец Хеллбой. Хеллбой, что мы здесь? В прошлой серии мы взяли меч, да? Дал нам этот вот скелетик, который там сидит перед гробиком. Там вы его только руку увидите. Ага, аптечек у нас нету. Нам потому труба. Что мы их истратили на босса, да, в прошлый иди раз? Иди нахрен, козлина. Куда вот нам... тут босс был, помнишь? Да, я вообще не знаю, куда он. Змей какой-то. Прорыл ямы тут паскуда. Да. Испортил нам тут, как это называется, храм, да? Mm-hmm. Открой дверцу, Сим. Выходи, а то они там приползут сейчас. Я, если честно, не знаю, куда идти, и мы будем просто ходить. Они мне улиток из Гарри Поттера из второй части напоминают. Там тоже такие улитки ползали. Винни! Винни! Слушайте, может у него аптечка будет? Мы отсюда вышли, да? Пойдем туда. Пошли туда. Опять они там за текстурами бегают. Блин, да ну такие что? Смешные хряки вообще. Кабан, кабзе, сквозь тебя дверь пролезла. Хорошо. Давай по кругу ходить, а что, куда я, откуда ж я знаю, куда идти. Задание на... Ну что ты там застрял-то? Я же не знаю, куда нам идти. Кто знает, куда. Будем по кругу двери ходить. Там мы были, да? Там... Да, были. С муднем дели, что там? Голова эта сушеная была. Сушеный ларюк. А, это горилла там была. Вот что. Подожди, да. А в той комнате был босс, в этой комнате был босс. Что получается, в остальных тоже комнатах боссы будут? В каждой комнате по боссу, да? Нормально. Давай посмотрим. Возможно, это не так. Здесь что у нас? У нас появился какой-то меч, мы можем драться или что? Вот здесь мы были, да? Что мы там сделали? Тут где-то сохранение было. Что мы там делали? Не понимаю, куда идти, что делать? Мы в яму провалились, понятно. Угу. Нет, нам не сюда, мы будем шарить, а шо у тебя вот такая... Чего? Один, надеюсь, только. Ну что будем делать? Ты придурок, или... Как нам меч выбрать? Уйди ты нахрен со своим мечом! Ой, какой же ты тормоз, ёб твою мать, придурок, а? Кто тебе сделал? Жесть. Значит, сейчас мы как доберёмся. Этот вонючий меч выбирается нахер вообще? А он вообще дерется? Попробуй. Дерется. Руку сразу сделал, зашибись. Куда нам идти нахрен? Где мы там были? Эти мудаки, чтоб меня не били. Куда я вышел? Сюда? Куда вот. Прямо? Нет, вниз. Я пошел вниз через дыры. Зашибись нахуй. Мудозвон. Ой, осторожно. Че этот меч он не брал? Вообще вымораживает, когда вот это все тормознутость старая, старины. Ты хочешь мечом попробовать, да, его? Да, вот, больше нечем. А чем, кулаком что ли нахуй? Кулаком я пробовал. Вот Хрюша, выходи тогда. Где мы там выходили? Вон туда, по-моему. Да иди ты нахрен. Зашиби. Засти. Так, туда, да? Угу. Две двери туда, да, по-моему? Да. Раз. Сюда? Не, дальше. Третья, значит. На третьей. На третьей остановке выходим. Так, давай меч выберем, да. Выбирай свой меч! Вот так вот, нахрен. Как бить-то им хоть? И все, что ли? Жесть, вот это удар. Давай сохранимся. Добежим, сохраним. Да беги ты, ёптво налево. И меч тебе надо вынуть. Ты молодец, герой! Берись ты меч. Давай начинаем драться. Нахера эти псы еще убегают? Чё им надо? Так.
нас аптечек вообще нету, смотри, что мне делать. Ну, значит, будем дохнуть. Все, ну вот сюда, наверное, вот эта заставка пошла. Давай, козлина, появляйся. Тут он, наверное, не один будет, да? Блин, по-моему, да. Ни хрена себе у него удар. Да. Мы так ничего не сможем сделать. К сожалению. Сколько у нас время? Сколько нам гасить? Ну, все 25 минут. 20 минут. Мы не будем долго тогда играть. Где наш меч? Да не нужен мне твой щит! И меч. Кто смотрел сидел? Где твой меч потный? Вот этот бери. А он не может щит и меч достать сразу? В одной руке одно? Нет, не может. Только в одной, да, руке? Ну, какая же тормознутость, капец. Вот, Серёня, смотришь современные игры, играешь, и старые, какая же здесь тормознутость, капец, она вымораживает. Ну что, нам не надо было вообще никакие новые игры играть. Так, вот так вот бить. Чтоб не жаловаться, да? Да, чтоб не жаловаться, нахуй. Не умели тогда что-то делать по быстроте, тупость. Особенно мы смотрели, пробовали, начали Resident Evil, это капец нахер. Сумасшествие. Красиво. Где щит? Я там на первом же уровне откинулась. Как нам гасить этого мудака, я не знаю вообще. Бить все время, наверное. Там нету, у нас аптечек-то нету. Ой, не хочется заканчивать здесь быстро так. Бей, бей. Да, тут все время не получится. Два раза и все. Да уж, геморрой выходящий. Ну что, вот так вот, аптечек-то у нас нет. Вот он зашел и стоит, тормозит, и потом спустя какое-то время начинает идти. Тогда давай, знаешь, вот так отсюда пойдем. Чтоб нам назад было куда идти. Вот камера туда не идет, это тоже не есть. Давай, козлина, свининая. Вот почему я здесь оказался? Ну, чем? Смотри, я был там, почему я назад был? То есть сзади был. Я был там, почему игра так сделала, чтобы он специально все равно здесь стоял? Где этот щит? Меч. Вот я здесь хочу стоять, а почему я там стоял, я не понимаю вообще. Зачем они так сделали именно там? Можно ее пропустить? Кого? Нет, ну, ничего нельзя, нельзя. Мудень, ты где? Бегает за тобой. Тупизна, ты где? Ух ты, молодец, я твою мать. Ох, челюсти. Вот так вот будем гасить козла. Ой. Мудак, я ж хотел сохраниться. Тебе пистон, что ли, вставить? Я тебе сейчас ставлю А что ты там тормозишь так? Ой, ты стормился. Где меч? Не знаю, какого здесь. Бери меч, Шизер! Красный! А где? Он застрял там. А чё ты застрял? Ой, жесть, вот тормознулась. Ой, беги! Сатанинская собачья троги! Сколько раз? Ты его два раза ударил? Да. Сколько раз тебе его ударил? Я не знаю. Я же не знаю, так сколько ж ты же... Пёси, пёс. Пёсик, пойдем за мной. Чё ты такой огромный, капец? Кого ты такой? Ой. Ой, хоть сразу начинает бежать, жесть. Повезло нам, что тормознутость. Да что ты пристал-то, уши твои лошадиные?
Ой, никак не попасть. Блин, я думаю, что и второй мудак будет. Блин, аптечек нет, у них хера нету. Я тебе разика три долбанул. Беги. Три раза. Сколько ему еще надо раз? Блин, по заднице не получилось подрезать хвостик, а? Хочешь, я тебе хвостик подрежу? Ой, мимо. Четыре, да, уже? Четыре раза. Давай ухоплан. Сколько ему надо? Сколько его надо порезать раз? А чё ты там бегаешь? Карусель, карусель. Пойдем туда сюда. Беги, мой кабанчик ненаглядный. Дны. Ничего, мы у нас сохранили. Подохни так, подохни. Нет, не хочет дохнуть. Ну побежали, песик. Или кто ты? Носик. Ах ты, гадюка, мимо. Да что ты не дохнешь-то, шкура? Пять раз уже долбанул тебе, паскуда. Живучий. Да уж, и графика, конечно. Жесть, а как он мне ударил? Он же мне... Лапой. Паскудник! Вон он бежит. О, зашибись. Мы его два раза здесь ударили. Да, да, хорошо, хорошо. Он застрял. Беги! Гав-гав! Му-му! Как он меня ударил? Я вообще не понимаю, мудак. Это честно разве? Вот так тебе по заднице будем гасить. Ах ты, гадюка, никак. Где твой зад потный? Вот так, мы нашли способ, как вас гасить, мудаки. Смотри, класс, получается. Тебе бы заново переиграть, там, где у тебя жизнь потрачена. Ну, играй, играй, в общем. Скажу, потом скажешь, а вот ты сказала, не надо было говорить. Ладно, попробуем. Мудак, дай задницу порезать. Где ты, пёсий пёс? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно, опасно. Ой-ой-ой-ой-ой, вини-вини. Ах ты, шкура никак тебе. О, подох. Да иди ты! А ты как хотел. Второй злой пёс, нет? С чего ты взял, что он будет добрым? Пёсий пёс, ку-ку. Блин, сохранится нам, а? Как хочешь. Подохни так, подохни. Паскуда! А мы сейчас оттуда, из двери выйдем, ты знаешь об этом? Я успею меч взять. Ку-ку! Оп-оп, я знаю, как тебя гасить. Его раз 6-7 где-то надо. Вот так вот. Ах ты, паскуда, никак. А, еще хочешь по жопке? Вот так вот нашли. Ой, ой, какой, ой, ты какой. Ой, зашибись. Че с тобой? Все. Все? Ой, зашиби, идите! У нас кровавая битва. А что вы там на колонии вместо него? Че, ну, я сохранюсь. Ой, хорошо. Дай-ка я меч свиньями таскай буду. Сейчас посмотрим. Где он? Там кто-то сидел или что? Опять какая-то. А, необычно. Фант. Очень необычно. Откуда он там появился? Еще третий, что ли, вылезет? Пойдем лучше туда внутрь.
Подожди, а что там такое у него во рту? Не знаю, бумажка. Необычно. Очень необычно. Необычно. Парик. Очень необычно. Убей-ка меч. Толкать я могу это? Необычно. Очень необычно. Странно, ничего не могу. А почему он здесь появился? Да это просто язык, что ли, какой-то. Да? О, какая-то птичка летает. Mm-hmm. Понес сюда. Или мышка. Странно. Стринч! Да ёб твою налево. Это что за херь? А мы сохранились, А что это? О, Ноктюрн, вспоминай. У нас были там такие всякие штуковины. Ай! А куда дальше? А чё ты не идёшь? Может нажать надо? На что? Что, прямо не нажимается? Убери меч нахрен, во. Стремно. А чё, ничего не делаем? Туда мы не идём. Пошли туда. Туда мы не идём. А что там вообще? Странно вообще, почему он не может туда пройти? Если они сделали, то должны же мы туда, по идее, пройти. Да. Так, тогда скажите мне, что мне делать? Ух ты, аптечка с моей, зашибись. Угу. Отлично. Так, аптечку взяли. А подожди, так я ее съем. Подожди. Давно пора. Уже лучше. Вот так, да, чтобы не нажать случайно. Подожди, так а что нам делать? Тебя что ли бить нахуй? Ну, вряд ли. Может успеть туда куда-то проскочить? Куда? Ну, в бок там, например. А в бок там вот эти шестерни едут. Не идет, да, туда? А я даже не вижу ничего. Понятно. Не хочет идти туда. Что там у нас? Давай посмотрим. Там тоже шестерни. Ну почему? Че ты ничего не делаешь-то, ё-моё? Че надо? В чем суть головоломки? Здесь стоят две какие-то штуковины на цепях, да? Красиво, но бесполезно. Вообще он ничего не говорит, около них там ничего? Не, нет, комментирует? Ничего не делает, нет. А вот, что-то сделал. Ёб твою налево, зашибись. У нас тут рычаг откуда-то образовался. Охренеть, я вообще его не видел. Хм. Ну, по идее, все равно же что-то здесь делать, правильно? О, сколько рычагов. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Так, это что? Рычаг на рычаге. А что нам надо делать? Эти рычаги, наверное, разворачивают лестницу. Нам, чтобы куда-то пройти, надо развернуть эти лестницы. Я так предполагаю. Как в пену, блин, нахуй. Это мышки летучие, так точно. Хорошо, куда нам идти? Я вообще не понимаю. Вот на эту лестницу, что ли? А как нам туда пройти? Смотри, мне камера не дает пройти туда. Вот отсюда мы пришли, правильно? Ну вот, да, с мостика с этого. Хорошо, давай вот это сделаем. Так ничего не выйдет. Ух ты какой! Вообще подойти правильно надо. Хвостатый! Так а как тебе надо, чтобы вышло? Давай сюда встану. Ну, опусти ты рычаг, ты ее кто налево. Так ничего не выйдет. Не хочет. Блин, какой нам. Заберись на эту лестницу. Так мы сейчас вниз уедем, нафиг вообще. Почему? Мы же отсюда приехали, нет? Нет. Нет? Мостик там такой полукруглый был. Попробуй этот дерни.
И что это значит? Смотри, мы куда-то приехали. Так спускается, манерный это как. Наверх? Нам наверх, что ли, надо? Не знаю куда, но куда-то мы движемся. Вот лестница. Пошли. Интересно. Так, я ничего не могу, он просто сам идет. Давай. Это куда? Рычаг заело. Заело, как что? Ты зашибись. Что ж делать? Что делать, если рычаг заело? Туда я не могу. Значит, что тот... Вот этот заело, правильно? Получается... Ну, тот заело. А вот этот сюда я не могу пройти, да? А значит, вниз на куда-то. Вниз? Вниз. Значит, что нам нахер делать-то? Вот этот мы крутили рычаг? Угу. Он сейчас нам вниз тоже поедет. Значит, что-то еще внизу есть. Значит, что-то еще надо делать. Как? Почему его заело-то? Этицкая сила. Самый первый рычаг, помнишь, который? Угу. Что тут с рычагами его сделать-то? Вот эта лестница что-то, почему-то с ней ничего не происходит. Ну, ничего не выйдет. Нет, так ничего. Он его оторвать не может, этот рычаг. А вот этот мы трогали? Давай. Ой, куда уехал? Неправильно, да, мы сделали? Неправильно, да, получается? Подожди-ка. А вот теперь вот этот, да? О, зашибись. Так, вот пойдем сюда. Иди ты, наша каблучник. Каблучник наш. Хлопаешь. Давай. Ну, да. Сбоку встань. О. Лысенька красная, кабец. Все как у людей. Так, давай сюда. Ну. Так, где у нас еще проход? Вот это, да? Нет. Нет. А, вот. Сюда, правильно? Ну, наверное. Куда вот? Спускается туда. Давай. Только не вниз. Блин, что за хрень? Ты зашибись. Что вам надо-то? Теперь что нам делать? Теперь идти вниз? Да уж. Хоромы-то тесные. Потом тот поворачивай, да, получается? Опять эти нижние два раза надо будет повернуть. Не-не, наверх, наверх иди. Дело, держишь, если что, в голове держи эту мозаику. Нам бы сохранение после такого обеда. Теперь нам что надо? Какой-то из нижних рычагов дернуть. Ну, чтоб та херь повернулась, да? Угу. Давай вот это дернем. Так, ничего не. Ну, значит, тот, понятно. Сначала вот этот. Чтобы он обратно повернулся. Ага. Все отлично. Теперь этот. О. Сударь! Теперь фигачим это. Давай! Сейчас хоть доедем куда-нибудь. Чего тебе здесь заканчивать, что ли, детская сила? Так, мы крутим этот. Ну, хоть подтопал быстрее чуть-чуть.
Куда? По-моему, вниз. А теперь туда переходим, да, получается? Да. Пожалуйста, дайте нам сохранение, и мы будем счастливы. Сам повернул. Я ничего не трогал. Я просто подошел, он сам это сделал. Вроде все правильно сделали. Правильно? Ну вот, как видишь, все потемнело. Слушай, ты... Да ёб твою налево! Аптечек нет, ничего нет, вы издеваетесь. Ну что скажешь? Капец, ну зачем так делать-то, ёп-боп-боп-боп-боп. Да меч ты возьми! Чё ты там орёшь, мудак? Давайте-к вы уйдём отсюда. О, там этот монах стоит наверху. Блин, не уйти. Во! И ведь даже не сохранились, ну кто ж знал. Что нас ждет такой суровый монстр. Подожди, мудак, а как тебя бить? Там ему этот монах что-то орёт наверху. Представляешь? Он, наверное, против нас. Да? Это топтун. Так, а что с тобой происходит? Ты что, в трауре, что ли, мудак? Ой, да он... Блин, да, мы не сохранились. Труба нам. Он был славным перцем. Тогда все, здесь мы закончим. Что у нас, крыша? Какая у нас крыша? Серии. О, смотри. Сохранение у нас. Ладно, тогда что? Ну, ладно, разок. Ну, что ты щит сделал, перец? Ну, что ты щит сделал? Где этот меч вонючий? Ой, сам упал. Как же он тормозит, этот хеллбой, капец. Как его бить, этого козла? Жесть, как этого козла бить? Здесь мы закончим. Тормознутость старых игр, она вымораживает. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока, смотрим, в ожидании. Пока.